Ну вот объясните мне, как так получается, что если мне звонят среди ночи и просят срочно приехать, то я почему-то даже не сомневаюсь, что это связано только с одним пациентом. Ума не приложу. Я уважаю вас, как хорошего специалиста, в чем-то даже уникального. Честно говоря, как-то немножко иначе офис-психолога представляла. Вы вообще не вовремя решили подкатить. Так вам нужна помощь или нет? Да, если вы не будете швыряться. Я попробую найти другой способ. 4 года тюрьмы, психушка. Ты псих? Ну, в общем, да. Почему мой папа решил трахнуть мою жену? Просто хотел, чтобы ты знал, что я этого не хотела. Может быть, не сейчас, но когда-нибудь ты сможешь меня простить. Да, шеф, если вы когда-нибудь захотите проработать эту проблему с отцом... Так молчи сейчас лучше. Все, понял, закрыли тему. Я тебя интересую только как нераскрытый кейс. У тебя слюноотделение на то, чего ты не понимаешь. Как ты не любят меня люди. А может, потому что этим людям жизнь портишь? А я все думаю, как же так, день прошел, у меня еще рожа не битая. Мне кажется, что я все разрушаю вокруг себя. Ты убил брата! Из-за тебя погибла мама! Что ты хочешь от меня, Я хочу, чтобы у меня в жизни все было нормально. Тебе вопрос не подходит нормальность, она не для всех. Ты еще этого не понял? Мне кажется, я ненавижу своего ребенка. Они умерли из-за тебя! Тебе конец! Триггер. Новый сезон. Я сексоголик. Да ладно. Ой, как люблю это заболевание. 7 января. Только на Кинопоиске.